Всем привет! И продолжая грузовую линейку автомобилей на моем канале, а также спецтехники, сегодня я представляю вам ГАЗ-3309, мусоровоз с боковой загрузкой 2013 года выпуска. Стоимость данного мусоровоза составляет 1 миллион 230 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону «Автоимперия» за предоставление данного грузовика на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера данного грузовика. Также мы заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Давайте приступим. Это, наверное, первый грузовой автомобиль из серии ГАЗ-3309. Дизельный двигатель здесь. Почему именно мусоровоз? Так получилось, что вот именно вот этот автомобиль пришел, и как бы небольшой у меня был выбор. Двухцветный тканевый салон. Водительское сиденье имеет механические регулировки. Продольные, спинка сиденья, удобная подножка, двухспицевый руль, здесь установлен гидроусилитель руля, чтобы в мороз завести или с утра с первого раза, сначала нужно удерживать секунд 15 свечу накаливания, и потом этот грузовик без проблем заводится. Без каких-либо усилий поворачивается руль, гудок. Сейчас давайте включим фары. Дополнительный свет, а также дальний свет фар, аварийную сигнализацию. Включим печку. Механические регулировки как у стекла, так и у зеркал. Легко опускаются до конца. Форточка на проветривание открыть. Теперь давайте откроем капот, детально рассмотрим экстерьер этого грузовика. Рычаг вот здесь находится. И спецификация этой модели КО-442. Двадцатидюймовые двускатные диски. Запаска.
Что касается технической составляющей, то здесь установлен дизельный двигатель ММЗ D245, четырехцилиндровый, с рядным расположением, система питания двигателя, непосредственный впрыск топлива. Система зажигания микропроцессорная. Также доступен дизельный двигатель Cummins ASF 3800. Здесь объем 4,7, мощность 117 лошадиных сил, крутящий момент 413 ньютон-метров, соответствие экологическим требованиям Евро 3. Привод задний, тип передней подвески зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Тип задней подвески зависимая, рессорная. Тормозные механизмы барабанные. Снаряженная масса данного грузовика составляет 5120 кг, полная масса 8180 кг. Грузоподъемность манипулятора 500 кг, масса загружаемых отходов 3100 кг. Длина данного грузовика составляет 6600 мм, ширина 2500 мм, высота 3200 мм и колесная база 3770 мм. В состав спецоборудования входит надрамник, кузов, плита толкающая, манипулятор, коробка отбора мощности, гидросистема и электрооборудование. И вот здесь инструкция по управлению, кузов, манипулятор и также рычаги управления. Здесь дополнительные инструменты, домкрат гидравлический, цифровой одометр.
И теперь, ребят, детально рассмотрев экстерьер этого грузовика, давайте перейдем к самой интересной части, к интерьеру. Чтобы открыть и закрыть, используйте ключ. Еще отсек. Ремни безопасности. Подсветка. Вешалка. Солнцезащитные козырьки. Бардачок довольно вместительный. Максимальная скорость с грузом и максимальная скорость без груза. Сейчас давайте послушаем, как звучит двигатель. Тахометр. Стрелка неравномерно двигается с оборотами. Интересные дефлекторы. Контрольная лампа. Свет, поворотники, температура. Check engine. Предпусковой обогреватель. Аккумулятор, также температура, АБС. Это у нас ручник. Печка. АБС, свет, уровень топлива, аккумулятор и температура. Управление стеклоочистителями, холодный воздух, горячий воздух. Пятиступенчатая механика. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и задняя. Качество отделочных материалов. Здесь в основном применяется твердый пластик. Везде. Кстати, печка очень хорошо греет.
алюминиевая педалька тормоза. У этого грузовика отличная обзорность, огромные зеркала, а также с правой стороны есть дополнительное зеркало. Дополнительная вешалка. Потолок обит дермантином, так же как и двери. Вот такой интересный грузовичок. На этом обзор ГАЗ-3309-2013 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз.